Добрый день, показываю видеообзор на велосипед Nordway Cascade. В довольно потертом состоянии. Шины не спущены. Тормоза передние держат. Задние тормоза V-Brake также держат. Переключение скоростей на ходу показать, к сожалению, возможности нету. Скорости идут. Но найм, китайские. Передний переключатель также на найм. Так, переключение скоростей у нас идет встроенное в ручку, не лепестковое. Все достаточно просто. Из недостатков отсутствует заднее крыло. Педали работают. Не надломано, не поломано. У колеса люфта также нет. Втулка держится хорошо.